Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли на спортивной базе Главного управления регионального МЧС в Красном Бору. Традиционно этот этап завершает сезон соревнований для сотрудников пожарно-спасательных частей региона. Оттого борьба за кубок была еще зрелищнее. Участникам предстояло пройти два вида стартов. Первый – 100-метровая полоса препятствий, а второй – подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни. И кубок памяти Капустина остался у команды второй пожарно-спасательной части города Смоленска. Уже несколько лет подряд они становятся победителями этих соревнований.